Дмитровский техникум отремонтируют к началу нового учебного года. Капитальный ремонт основного здания учебного корпуса на улице Инженерная на треть уже завершен. На данный момент выполнена работа по монтажу балок и устройству перекрытия. Завершены работы по демонтажу кровли основного здания и здания пристройки, усилению оконных и дверных проемов, идет замена окон и установка новой крыши. Процесс идет не так быстро, как хотелось бы, потому что были скрытые работы, скрытый конструктив, который приходилось менять в процессе именно ремонтных работ. Работы проводятся в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья» при активном участии Министерства образования Московской области. Впереди у специалистов подрядной организации общестроительные работы, включая утепление фасада, теплоизоляцию труб подвальных и чердачных помещений, замену светильников и установку биметаллических отопительных приборов, внутренние отделочные работы. Качеством работы подрядчика довольны? Очень довольны, потому что ребята работают хорошо, не спустя рукава. Если находят какой-то, например, изъян или еще что-то, то сразу же, конечно же, решают. Пусть это будет дольше, но во всяком случае, особенно у нас были деревянные перегородки, то есть перекрытия были деревянные, которым было 83 года. При такой нагрузке, как 1200 человек, они, конечно, могли когда-нибудь не выдержать. Поэтому теперь все сделано на совесть. Качеством мы довольны. Как отметила директор Дмитровского техникума, на территории главного корпуса образовательного учреждения также будут проведены работы по благоустройству. Их планируют провести летом 2023 года.